так. А у тебя одна нога так, другая так. Как ты пасть очень тяжело. То есть это на собственном стане. Ты сделал шаг, и он хочет тебя взять за руку. Раз, лошадь. Все, маленькие шаги. Я Наталью иду. Я же сказал, не поднимай. Просто тебя шашу. Смотри, упор и толчок. Вот, когда нужно тянуть, он эту ногу поставит. Нет. Ты какой рукой вытянешь? Я тяну, он нет. Он когда нажимает... Сейчас. Во-первых, он не может идти быстро, потому что когда он делает шаг, он не может смотреть в разные стороны. Ну, вот видите, что ты смотришь. Подожди, раз делаешь шаг. Оп. Теперь захватывай ноги, раз убрал. Просто вот, толкаешь и все. А убрать ногу? А? Ты убрал ногу? Да. Туда стоит нога, да? Нет. А? Куда? Я не туда только, потому что он идет. Вы не спешите, спокойно. Иди сюда. Да. Значит, еще раз. Да. Вот так вот, правую сторону. Значит, опять сделали раз. Захватил. Убрал ногу. Убрал. И убираешь ногу назад. Еще раз. Просто стой. Вот так как я. Да. Я сделал раз, хочу за ногу взять. Убираю ногу. Теперь смотрите. Не здесь, а за пяточку. Оп. Вот сюда. Еще раз шаг. Раз за ножку он убрал. Шагаем оп за пяточку. И разворачиваем. За пяточку езжу, в принципе. Не снаружи. Раз. Вот так. Все точно. Да. А вы делаете то же самое. Идем. Ну что? О, одно сразу. Беру за два. Значит, сразу ноги тоже. Чуть-чуть его уже хорошо. Аккуратно. Вот это вопрос, чем держишь? Ты ее не пускаешь. Если я Ты держишь, а то страхуешь. Право влево и меняешься. Стоп. Смотри, такими. Раз, покажи. Раз, ушел. За пять. Ну попробуй так. Стоп, Матвей. Так, когда поднимаешь, нога может пойти туда. Колокольчик. Это вы. Садитесь сюда, вы садитесь здесь, вы садитесь здесь. Максим. Так, Денис встал. Итак, Денис, 10 бросков. Как вы помните, у вас 30, у вас, сейчас вам скажу, 25 бросков за одну минуту. Это отлично. Пожалуйста, Денис. Денис. Значит, 25, 8 бросков. 8 бросков через бедро. Саша, ты готов? Делаем быстро. Пашина. Раз, два, три, держи его, четыре, пять, шесть, семь, восемь, оп, пожалуйста, Макс, ты кидаешь, восемь бросков, но не просто бросать, а придерживать, но быстро, внимание, Пашина, уно, дой, быстрее. Три. Патруль. Чич. Сальдо.
Шахты. Еще два броска. Шахты. Последний бросок. Оп. Смотри, отдыхаете. Придерживай. И. Хаджа. Двое. Три. Хорошо, Саша. А если будет 25 бросков, это все. Жо. Как будто выпил, да, Джина? И хочу. Уно. Двое. Середину марш, на середину. Делай сзади, сзади потолки. Да, готов? Один. Раз. Два. Три. Качай, разговаривай. Четыре. Пять. Thank you.
вставайте. Значит, ты защищаешься, ты нападаешь. А ты пока иди сядь туда. Все, останешься. Твоя задача сделать. Ну, я тоже спать. Саня, так плохо? Да. Ну, помоги ему. Саша нападает, Денис защищается. Сашенька, постараться три броска сделать. По самбо, по дзюдо. Так, а я сейчас прошу мне мое кимоно. Все, отжимаем, все, пошли работать. Да, да, Ванюша. Ваня, Ваня, перейдите пока сюда. Не добавили, да. Спасибо, метнул его. Да, ты нападаешь на Макса. Любые приемы делаешь. А я? Ты защищаешься, а потом придешь к Денису оборот. Вот так вот, на меня тоже налетели.
Это в Олимпии, помнишь, Александрович, когда свет выключали? Я-то не рвал, у нас 5.30 начинается, 5.30 или 5.15, где-то минут 30 выключали свет. И хожу, говорю, так, свет выключили, легли в партериборике. А кимоно синее, ой, кимоно, тотами синее, а кимоно белое. И видно, лежат два человека и разговаривают, не борются. Я говорю, все борются? Да, да, да. Там лежат два, там лежат, не борются. Блин. Я говорю, все борются? Да. Я тогда тихонько подхожу. Раз сзади, чу-чу, начал там мочить. А они гады на меня все. А получилось, что я как-то получилось, начал уходить сзади. Наклонился, блин, вот позвонок с той поры, блин, не скачу. Если я лег, хочется. Да. Вы боретесь, смотрите, берете захват, все, Юрий Александрович, 4 минуты, вот я тебе даю, а есть у тебя? Просто можешь просто смотреть. Нет, ну на свой смотрите, да. Задача, все, так же, 4 минуты боретесь. Значит, у вас будет такая задача. Берете классический захват. Раз, два. Взяли. Дальше. Твоя задача. Значит, твоя задача. Вытолкнуть его. Куда? Даже не вытолкнуть, есть такое слово. Вытеснуть. Потому что когда толкаешь, противник уходит, то ты летишь как птица. Мордой, ковер. Поэтому нужно выталкивать вот так. Так, чтобы зашел и все это. Значит, твоя задача. Твоя. Берете классический захват, твоя задача находиться вот здесь, вот на краю. А его задача вытеснить. Взяли захват. Так же. Давай, Дарин, давай. С колен не делаем, или нет? Да. Пожалуйста. Стоп. Слышал? Ушел следующий. Следующий. То же самое. Берешь захват, классический, показывает тебе. Твоя, его задача. Твоя задача вытеснить, а его задача убрать. Здесь, но смотри, я тебя не вышел. Так же. Потому что впереди одна задача. Есть, хорошо. Следующий. Мальчик, я уходите. Когда уходите, поплачьте. Валик. А еще я шучу. Да, да, да. Когда уходите, поплачьте. Там дети идут там.